Рада всех приветствовать на своем канале. Сегодня будет совсем маленькое видео. Меня попросили показать, как я обматывала края своей работы лентой. Еще раз вот покажу вам. Вот края моей работы обмотаны лентой. По какой причине я сделала мини-паспорту из ленты? Так как, в общем-то, в мастерской багетной мне неправильно замерили. Сделали неправильные замеры моей работы, и, соответственно, неправильный размер получился рамы. И вот здесь вот при даже сильной натяжке, так как дома я оформляю работы сама, белая ткань была видна. И мне пришлось как-то выкручиваться из этой ситуации. И вот что я сделала. Вот я вам распаковала одну работу. Вот так это выглядит. Сейчас вам покажу. Вот, как видите, очень близкое расстояние. Вот. То есть, смотрите, как много должно быть, ну, хотя бы, чтобы при натяжке, ну, хотя бы на 2 миллиметра еще чуть подвинуться ближе к краю работы. А так, получается, будут видны вот эти вот, вот белые края. Вот так вот у меня было, вот такой вот вид у меня был в раме. Ну, сами понимаете, это было как-то совсем очень некрасиво. И мне пришлось все-таки выкручиваться как-то из этого положения. И вот что я сделала. Значит, вот обматываю сначала по вертикали с этой стороны и с этой. И закрепляю мебельным степлером. Вот. И закрепила мебельным степлером. Раз, два. И также по горизонтали натянула и закрепила степлером. И сверху. И все. Все готово. И получилась вот такая вот работа. Обычная лента. Вы, ну, естественно, под цвет подбираете. У меня было 3 цвета. Одна желтая, вот такая и коричневая. Я подобрала более подходящую по цвету к раме. Вот у меня все рамы были с такой позолотой внутри. И это подходящая по цвету оказалась лента. И все очень просто. То есть потом в раму вставила. Сразу объясню вам, как нужно делать правильно замеры. Как вы видите, вот когда вы покупаете раму, например, в магазине, вот у вас рама 25 на 25 сантиметров. Так, чтобы вы знали, что это будет вот этот вот размер. Что ваша работа будет украдена по 5 миллиметров с этой стороны и с этой стороны. Это то, что касается рам, которые вы покупаете в магазине. Здесь же получилось как? Вот этот видимый размер, вот он, если убрать эти 5 миллиметров справа и слева, видимый этот размер, получился у меня, замерили его больше, чем вот эта сама картинка. И получилась вот такая вот непонятная история, что у меня остались белые поля. И слева, и справа, ну, как-то все так получилось печально. Но, слава богу, что мне пришел вот такой вот выход из положения. И вот так вот мы ставим рамочку. Все, закрываем ее задником. Все зажимаем зажимочками, вот этими вот зажимами, и получается у нас вот такая чудесная работа. Потому что объяснять мне было долго в письменном виде, что, как я сделала, и я решила вот такое вот маленькое видео снять, то что очень многие интересовались, как это я сделала, и, возможно, некоторым это пригодится в будущем, чтобы не сидеть, не расстраиваться, не плакать над своей работой, да. И у меня уже была тоже такая идея, что новые рамы заказывать. Ну зачем мне новые, эти куда я дену? Поэтому из любой ситуации все-таки, наверное, можно найти выход.
Вот доказательством являются вот эти мои работы, которые мне удалось исправить. Так что, надеюсь, мой опыт кому-то пригодится. Берите себе на заметку. Желаю вам хорошего настроения и до скорых встреч. Всем пока-пока!